Готовим мясной хлеб в духовке. К фаршу добавляем набухшие сухарики, либо хлеб, обжаренный лук в масле, яйца, соль, перец по вкусу. Соединяем, добавляем зелень, натертый твердый сыр. Опять-таки соединяем и очень хорошо отбиваем. Перекладываем в форму. Форму смазывать ничем не нужно. Формируем хлеб. Далее готовим соус. К томатному пюре добавляем соль, перец и немного сахара, чтобы избавиться от кислинки. Поливаем хлеб соусом, отправляем разогретую до 180 градусов в духовку приблизительно на 1 час. Готовый хлеб посыпаем зеленью. Подаем со свежим салатом и любимым гарниром. Хлеб получается очень сочным, нежным и вкусным. Спасибо всем за просмотр, за поддержку, за лайки. Готовьтесь с любовью, и у вас обязательно все получится.